О новых правилах размещения в многоквартирных домах оборудования операторов связи говорили на совещании в Доме правительства. Речь идет об упорядочении подключения телевизоров, интернета, работе сотовой связи. Утвержден федеральный приказ, определяющий порядок подключения к электросетям. Он предусматривает более активное участие жителей дома в решении этих вопросов. Мы определили порядок подключения прежде всего к электросетям, где мы рекомендовали создавать комиссию, куда будут включаться представители собственников жилья, операторов связи, которые должны проводить инвентаризацию размещения в многоквартирных домах средств связи и сооружений связи, а также обеспечивать контроль по правомерности размещения средств связи и исполнения технических требований к их монтажу. Кроме того, будет разработан открытый меморандум, к которому смогут присоединиться заинтересованные стороны и где будут прописаны все положения. Приказ еще дорабатывается и дополняется. Глава региона Олег Николаев отметил, что важно установить общие стандарты, обязательные для соблюдения, и поручил подключить к этой работе Ростехнадзор. Наталья Мальчикова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев. Республика.